Все, Маргоша пошла на работу. Доброе утро. Время 8:25. Отвезли Маргариту. Сегодня первый рабочий день. 2 недели она будет работать, потом начинается у нее учеба. Она сейчас только будет работать с понедельника по пятницу. И потом у нее начинается уже учеба и работа вместе. У остальных детей еще каникулы одну неделю. Мы сейчас поедем в спортзал, потом мы поедем купаться на озеро. Так что такие планы. И Маргарита работает сегодня, по-моему, до 4. Потом ее нужно будет забрать. Пока что-то пасмурно. Не очень погода. Мы уже приехали домой. Подготавливаю взять с собой перекус. Лаваш, там внутри сыр и колбаса. Еще один греется. Здесь курочка готовится. Дыньку нарезала и рисовый хлеб. Сегодня я буду снимать только на телефон. Камера так и не работает. Я вставляла флешку в камеру. Кусочек пластика там остался, и никак не можем его вытащить. Не знаю, сколько мне хватит памяти в телефоне. В общем, что смогу, то поснимаю. Сколько хватит, столько и наснимаю. А, кстати, тут лапшу рассыпал на пол, собери, пожалуйста. На прошлой неделе мы ездили 2 раза купаться на озеро. 2 раза нам не повезло. Приезжали мы на озеро, начиналась гроза. Поедет с нами Бонни. Бабушку звала, она не захотела. Поедешь с нами? Мы в прошлый раз тоже ее брали с собой. Поедем, поедем купаться. Перекусим и поедем. Алиса? Да. Непривычно снимать на телефон. Все время смотрю куда-то в другую сторону. Камера здесь, и я смотрю в другую сторону. Бонни поехала купаться. Нам ехать где-то примерно минут 40-30, наверное. Жарко уже, да? Жарко. Тут никого нет, хорошо. Место здесь хорошее. Видите, тут камушки маленькие. Там, например, камни большие, заходить неудобно. А тут вон Бонни уже пошла. Да, пальцы. И не глубоко, не сразу. Такая глубина идет, миленько. А как называется доска? Паддлборд. Насос. А там есть это весло одно. Маргарита вчера ездила, купалась, сгорела. Как она сегодня пошла на работу, все у нее болит. Иди давай дальше. Где уточки? Бонни, уточки где? Ищи уточек. А вон уточки плывут. А вон там одна плывет, там еще одна. Если сейчас они приблизятся, она их увидит. Всё. Там скользко, камушки скользкие. Туда можно даже втроем. Ксюша с Максом, с Каролиной могут поместиться. Не пойдешь? Почему? Купили также жилеты Максу с Каролиной. Они немножко умеют плавать, но недолго держатся на воде. Что, Каролина будет надувать? Устанешь, Каролина. Давай, отпускай ее. Давай, 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 молодец. Да. Кто поплывет? Я. Ты? Одна? С Бонькой. С Бонькой. А если она прыгнет, ты за ней прыгнешь? Да. Чтобы от тебя доска не уплыла, нужно к ноге цеплять. А не крюки? Смотри, она на камушке. Кого она ищет, я не понимаю. Надо помыть еще. Только давай далеко не заплывай. Все, быстрее лови. Поэтому нужно за ногу цеплять. Ой, давай, давай. Опа. Ой, осторожно, Каролина. Нет, нет, на ногу это. Тебе не будет удобно на руку. Каролина, ты можешь сесть на доску. Жилет, потому что она туда поплывет. Жди ее. Поближе, может, немножко к Каролине. Не надо, она мне не будет плакать, не переживай. Все, поплыли. Бонни, мы тебя с собой больше не возьмем, будешь так себя вести. Ты скулит постоянно. Что? Ты папу потеряла, да? Все, накупались? Наплавались, то есть? Еще идешь? Теперь Ксюша с нами. Мы поменялись.
Осторожно только, потихонечку спускайся, чтобы мы не перевернулись. Опа! А ты чего не купаешься? Давай греби. Нас кто-то держит? Каролину взяли на буксир. Ты там держись, не отпустись. Ксюш, не тяжело? Нет. Давай, тащи меня домой. На буксире. Речка вообще классная. Очень теплая водичка. Все, едем домой. То есть не домой, за Маргаритой. Время сколько уже? 3. Она сегодня раньше. Раньше отпустили ее. Накупалась? Как рыбка плавала. Боня капризничала. Весь день. В следующий раз ее не возьмем с собой. Маргошечка. Благо, загоревшая. Ку-ку. Привет. Сразу пошла. Как дела? Привет. Как прошел рабочий день? Нормально? Здесь и надо. Что-нибудь интересное сделали? Нет. Я даже не работала. Не работала? Показывали, рассказывали. А, пока знакомились, да? Такой вот у нас робот теперь стрижет газон. Конечно, от газона почти ничего не осталось. Мы будем его полностью менять, потому что здесь сорняк полностью его съел. Там вообще ничего тоже не осталось от газона. Все, что вот это вот зелененькое, это еще вроде как травка осталась. А вот это все сорняк. Вот это вот. Так что мы осенью, когда уже будет дождик и солнышко не так сильно будет печь, будем стелить новый газон, засеивать, то есть. Так вот он ездит, стрижет потихоньку. Вот это вот тоже сорняк. Я здесь уже половину повыдергивала. Это тоже сорняк. Пошли гулять. Вот, видите, тут все такое желтое. Это все сорняк. Мы его поливали специальным раствором поливали. Что видите, здесь у нас газона практически не было. Это все был сорняк. Теперь он высох. А вот это вот газон зелененький. Тут вот все. Бонни. Завтра, скорее всего, поедем опять туда же. Поедем. Маргоша уже все. У нее каникулы закончились. Но первые полтора года Маргарита будет работать в детской больнице. В отделении. Именно там, где детки раком. Ой, что-то. Там, где детки болеют раком и сахарным диабетом. И следующие полтора года, пока она еще не знает, она рассчитывала либо работать в детской больнице, либо в родильном доме. Завтра ей к 8 часам. Сколько она проработает, не знаю. Сегодня их отпустили раньше. Что это, нитка, ты что? Мама, у тебя пойдем? Есть эта штука для ловить рыбы? Такой. Сачок? Угу. Сетка? Нету. У меня есть ситечка, которую я готовлю кушать. Вот это такое белое. Там сетка пластмассовая. Ты хочешь рыбок ловить завтра опять? Нет. Спас. Напишешь давай, насколько набирать. 11 часов уже ребенок спит. Алло. Купаться поедем? Угу. Да? Готова? Поехали. Поздно. Почему так поздно? Нормально, час дня. Вообще я бы лучше вечером поехала. У Макса тут рыбка живет, которую он. Ой! Че? Она на крышке была, присосалась к крышке. Где? Вот так вот я подняла, она на крышке висела, потом упала. Мы приехали на другое озеро. Наше место занято было. Вся парковка полная, поэтому. Рядышком есть вот это вот второе озеро. Макс рыбачит. Куда мы пойдем? Мы сейчас опять туда приедем, и место будет занято, там даже припарковаться негде. Может быть, так. Уже ушли. Мы хотели погрелить, взяли, купили сосиски, все, что нужно. Но тарелки. Да, тарелки тоже взяли. Но здесь нельзя грелить. Да, взяли все. А там, где мы вчера были, там специально есть место, где можно пожарить сосиски, а здесь нет. Здесь такой пляжик маленький, но грелить нельзя. Травка, газончик, ну, в общем. Если нет специального места для гриля, то нельзя. Здесь тоже прикольно, но мы хотели сосиски пожарить. Мы опять едем, но тоже место. Если будет занято все, то уже тогда не знаю, куда поедем. Рыбку взял с собой, потом отпустишь. Нашли мы другое место. Там, где мы были вчера, все-таки все занято.
Вернулись мы обратно. И было свободное место. Здесь все-таки лучше. Кто рыбок ловит? Я с тобой пойду. И прыгать. Я с тобой вчера вон наплавалась. Смотрите, загорела, как сгорели ноги. Без остановки мы с ней плавали. Ксюша одна поплыла на доске. Я tengo uno muy muy chiquitito. Лучше туда уплыви, в ту сторону. Там скользко. Там мама уточку с детками. Так, уже сосиски жарятся. Тут у нас Каролина самая голодная. Да? Шеф-повар Каролина. Каролина, ли кто? Да, понравилось ей сосиски жарить на костре. Всего приятного аппетита. Сосиска, хлебушек поджаристый. И салатик мы готовы взяли с собой. А? Ты? Только давай ты прыгать не будешь, иначе мы улетим тут. Где? Да. Каролина, эй, не прыгай. Мы отлетим с Ксюшей. Нет, если ты прыгнешь, мы отлетим. И тоже упадем, и я с телефоном упаду. Тебе нужно просто спуститься потихонечку. Давай, прыгай. Я тут лежу. А как ты будешь залазить? Раз, два. Ух, сейчас мы перевернемся еще. Начинаем разгребать нашу террасу. Сегодня выбросили все, что там было. Ненужная куча мусора. Теперь нужно разобрать диван на части, чтобы увезти на машине. Купили вот такой ящик, чтобы убирать сюда всякую мелочевку. Не помещается, но оно это... Ну нет, поместилось. Да, можно на нем сидеть, на этом ящике. Пластиковый, ну. Это для стула сидушка, но мы взяли ее для ящика. Мы тут впихиваем невпихуемое. Уже диван весь разломали по частям. Чтобы он влез в машину. Бедная наша машинка. Она у нас даже дверь не закроется. Придется ехать так. Или завязать, да. Одну часть мы увезли, самую длинную, самую тяжелую. И заплатили 50 франков. А это у нас не помещается. Теперь нужно ломать. Ой! Нужно ломать, короче. Не помещается в нашу машину. У нас последний заход. И осталось 4 минуты. Но мы уже приехали. Через 4 минуты закроется. И все. И вот сюда сейчас обернем. И там выкидывают мусор весь. Вот здесь. Ой, они уже закрывают. Пожалуйста, не закрывайте. Наша машина еще полная. Все, успели. Наконец-то. Освободились. В общем, все нам обошлось в 110 франков. Выбросить диван. А еще нормально. Мы думали, может, больше будет. По пути домой увидели, продаются цветочки, только их нужно срывать. Как они называются? Комус ямесос? Я забыла, как они называются, кто знает. Прям в голове крутится. Ножницы нужны. Тут все есть. Ножницы, берете ножницы и нарезаете сколько вам надо и платите. И подсолнухи тоже можно срывать. Я хочу подсолнухи, наверное, либо бабушке вот эти вот нравятся. Так. Это какой у нас? Красный, желтый. И все. Угу. Все, это бабули. Че, подсолнухи? Ой, они такие высокие, как их мы срежем. Все, мне 3 подсолнуха. И бабули вот эти цветы, которые я забыла, как называются. Можно оплатить монетками, можно оплатить через твинт. А, просто. Все. Оплатили? Топогадо? А, вот пишем 9 франков. Окей, и все. Через твинт оплатилось. Вон там на табличке написано, оказывается, название. Я даже не посмотрела. Это гладиолусы. Вон там. Гладиолусы. Теперь у нас в порядке наша терраса. Надо белье снять, Ксюш. Доску надо помыть, да? Ее нужно помыть.
и убрать. Не знаю, будем мы еще купаться или нет. Сколько у нас еще лето продлится, не знаю. Если еще будет тепло, Бонни, то мы поедем. Бонни, пошли. Если будет тепло, то мы поедем еще на озеро, да? Место. Она играть хочет. Она все мячики испортила. Нету. Так, просили показать канцелярию. Цветные карандаши, клей, фломастеры. Вот и все. Пенал это с прошлого года у Каролины. Вот ручка такая вот, которая стирается. Ластик и простые карандаши. Больше им ничего не нужно. У Макса точно так же. Пенал у него с прошлого года. Цветные карандаши, маркеры, линейка, точилка. Такая вот точилка должна обязательно быть с контейнером, чтобы они точили, и мусор весь там оставался. Ну, все, в принципе, я не знаю, что показывать. Все как обычно, ничего такого особенного. А рюкзаки мы новые Ким купили, да? Угу. Рюкзаки у них новые, потому что они не захотели ходить с этими чемоданами, с которыми ходили в прошлом году. Тяжелый. И все. Маргарита тоже, что там она покупала? Ручки? Мама. Ручка, карандаш ручки? Простой. Не, я просто себе блокнот купила и все. А, и пенал. Блокнот и пенал она взяла. Обыкновенный черный пенал и простой мама. Блокнот. Мама. И все. Так что такой вот у нас back to school. И все, что мы еще купили. Спортивную обувь детям и больше ничего. Ланчбоксы, бутылочки, так у них все осталось. Удобные ластики в виде карандаша. Да, Макс? Удобно стирать? И все. Больше ничего мы не покупали. Рюкзак покажи свой. А, ну это был пенал вместе с рюкзаком. Он висел вот так вот. Да, вот такой вот он. Я сначала думала, что это космос. А это просто такие брызги краски. Мне показалось сначала, когда было на картинке. И вот такой вот пенал. Он уже был в этом в рюкзаке. Цепляется. И у Каролины тоже... Простой такой рюкзачок. Конверс. Тоже, в принципе, тут одно отделение такое вот. И здесь одно отделение, все. И сбоку бутылочку ставить. Вот. У Маргариты тот же рюкзак. Да? У Маргариты учеба начинается со следующей недели? С понедельника. На две недели. Со вторника, да. В понедельник она работает. Три дня работает, два дня учится. У нас тут что-то намечается, ураган. Завтра 31 градус. Завтра жарко. Дождика нет, только ветер. Дует. И гром гремит. Этого. От чего? От ресниц? Да. Ресница у тебя в зубы попала? Маргоша, спать. Завтра рано вставать. Маргарита работает в 7 часов утра. Ей нужно без 15:07 быть там. Шиворот на выворот одеваешь. Алло. Время уже 11 часов, ребенок не спит. Пока. Спокойной ночи всем.